Секрет мастера представляет вторую серию изготовления Bluetooth-колонки. Сделан ящик из фанеры для размещения акустики и электроники. В результате работы получился вот такой вот корпус. Сейчас он склеен, кроме задней крышки, и готов к шлифовке и лакировке. Определенную задержку строительства вызвал этап выбора источника питания для Bluetooth-колонки. Пришлось отказаться от применения универсального питания и остановиться на конкретном решении. Рассматривалось три варианта источников питания. Это применение аккумулятора от электродрели. Второй вариант – применение аккумулятора от источника бесперебойного питания. И третий вариант – это применение аккумулятора от ноутбука. Самый, конечно, привлекательный – это применение аккумулятора от ноутбука. В данный момент секрет мастера не располагает лишним аккумулятором. Кроме того, имеется определенная сложность в зарядке литиевых аккумуляторов ноутбуков. Выбор был сделан на применение свинцового аккумулятора от УПСА. Прежде всего, он обосновывается тем, что его легко заряжать от внешних источников питания. Вот применение такого аккумулятора и обосновало внутренние размеры колонки для размещения источника питания и электроники.